Для России очень плохая будет ситуация, если Америка введет войска в Сирию, потому что у нас там находятся военные базы. Америка вообще установила свои права, и она считает, что она мировой жандарм, который решает, вводить в Югославию войска или в Сирию, что на самом деле неправильно. Европа это понимает прекрасно и не очень хочет участвовать в этом, хотя у них есть какие-то отношения и обязанности перед Америкой. На самом деле ни одной стране Европы, Европейского Союза, не интересно воевать, особенно если начнется на Ближнем Востоке война с Сирией, то начнется общая война. Восточный конфликт будет не только там, но это будет и Израиль, и Палестина, это будет и Турция, и Египет, и так далее, и так далее. Поэтому они все это понимают. Американцам это легко. Они решают, к сожалению, что делать и кому как себя вести. На самом деле это не совсем правильно. Вот Россия страна, которая противостоит этому. Если она объединится с Китаем, то она сможет действительно быть достойной соперником этой, этой как бы огромной стране, как Америка, которая, в общем, достаточно распоясалась сегодня.